Вот-вот ему исполнится 83 года. Он народный артист РСФСР, который стал популярным только в преклонном возрасте. Наш герой увлекся алкоголем после измены жены, а дав супруге второй шанс, сильно об этом пожалел. Зато свою вторую супругу уже он увел из семьи и счастлив с ней до сих пор. Как сложилась непростая личная жизнь Леонида Кулагина? Он родился в Иркутской области в рабочей семье и рано потерял маму. Из-за врачебной ошибки женщина умерла прямо на операционном столе, когда маленькому Лене не было и 7 лет. Его воспитывал отец и мачеха тетя Нюся, которая окутала его своей любовью. С детства наш герой в прямом смысле жил в театре, где отец работал радиомехаником. Так Леонид влюбился в этот вид искусства. Он окончил театральную студию и объездил многие города Черноземья в поисках работы, а затем отправился покорять Москву. Но столица приняла юного Кулагина далеко не с распростертыми объятиями. Несколько ролей второго плана не оправдали амбиции молодого и энергичного человека. Тогда он отправился искать счастье как главный режиссер в Брянский ТЮЗ, а вернувшись в Москву, сам стал режиссировать и продюсировать картины. Да и личная жизнь Леонида Кулагина полна страстей. Первую супругу наш герой застал за написанием любовного письма другому мужчине. Кулагин дал жене второй шанс, но вскоре очень сильно пожалел о содеянном. Женщина и дальше продолжала обманывать Леонида. Театральная актриса Мила Нильская была безумно влюблена в режиссера, с которым работала. Так распался первый брак Кулагина. А вот со своей второй супругой Леонид познакомился уже в Москве. Актриса Элеонора Лапицкая была не свободна, но это не остановило влюбленного Леонида. Кулагин с первой же секунды понял, что Эля – это его судьба. Но девушка поставила новоиспеченному жениху ряд условий, среди которых была и кодировка от алкогольной зависимости. Дело в том, что после первого развода Кулагин стал употреблять и пристрастился к алкоголю. У молодоженов родился единственный сын Алексей, который уже тоже успел стать папой, подарив родителям внука Кирилла. Сейчас Леонид и Элеонора до сих пор живут вместе душа в душу. И они счастливы в браке. Наверное, каждый из нас сам строит свое счастье. Ведь Леонид Кулагин мог просто спиться в Брянске. А как вы считаете, эта супруга помогла нашему герою стать успешным мужчиной и выбраться из плена алкоголя?